Всем привет, друзья! Меня зовут Сергей, и в этом видеоролике мы сделаем классный верстак своими руками для мастерской, в котором попробуем продумать, ну, просто все до мелочей. И также, друзья, в этом видео я хочу сделать небольшой конкурс, в котором мы разыграем вот такой наборчик от Devolt за первое место, а второе это будет небольшая рулеточка, ну, на 7,5 метров. Вам желаю только приятного просмотра, все условия будут в процессе видео. Смотрите, выполняйте и побеждайте! Ну а мы погнали! Для начала, друзья, работать будем с бруском 50 на 70 мм. Из него мы сделаем основание, как нижнее, так и верхнее. Запилы углов буду делать под 45 градусов. На выходе мы должны получить два прямоугольника, 2 метра на 1 метр. Размеры будущего стола взяты неспроста, так как работая за старым верстаком, именно таких размеров мне постоянно не хватало для своих проектов. Всю доску нарезаю на торцовочной пиле Enforce MS-305. Это интересная торцовка. Отличительные особенности – это две штанги направлены вперед, а не назад, как у большинства торцовок. Тем самым мы экономим место, и эту пилу можно спокойно ставить вплотную к стене. Максимальная глубина пропила 102 мм, а ширина 310. Еще из интересных плюшек это боковые площадки, которые выдвигаются при поднятии клипсы. И в самой площадке сразу установлен ограничитель. С помощью него мы можем быстро пилить заготовки одинаковой длины. Это очень удобно и экономит время. Покупал в магазине все инструменты, и там же вы можете посмотреть полный обзор на эту пилу. Добротный инструмент и смело рекомендую, ссылки оставлю под видео. А напилив весь брусок, перед сборкой я решил его пропустить через рейсмус, тем самым немного выровнять, так как несколько брусков были винтом. Собирать прямоугольники решил сначала на металлические уголки, это быстрее и удобнее в дальнейшей работе. Доска все равно не идеально ровная, но в дальнейшем попробуем вытянуть ее, насколько это возможно. Две заготовки готовы, и самое время ставить ноги. Высота верстака будет чуть больше 85 сантиметров. 10 сантиметров у нас будут колеса, а сама столешница из фанеры 15 мм. Итого высота ножек в 75 сантимов. Раскладываю по углам, стягиваю струбцинами и засверливаю тонким сверлом отверстия и креплю на сотые саморезы. Такую же работу повторяю с верхней частью. Тут уже подкладывал кусочки доски и прижимал струбцинами, чтобы удержать в воздухе всю заготовку. И также рассверливаю отверстие и протягиваю. Теперь достаем волшебное ведро. У меня называется колеса. Изначально планировал ставить колеса с диаметром 100 мм, но таких по местности не нашел. Поэтому ставим на 75-й, и их будет уже не 4, а 6 штук. Обычной биткой тут не подлезть, поэтому использую удлинитель и прикручиваю на саморезы. Пока поставил 4 колеса, но в дальнейшем добавлю еще пару штук. Снова работаю с бруском, надо сделать поперечины, тем самым усилить сам стол и нижнюю полку. Вот вам, кстати, полезная хитрость. Чтобы удобно крепить перемычки, с другой стороны на струбцину прижимаю кусок доски. Таким образом я могу спокойно разложить и закрепить все заготовки в одну каску. Где доска была винтом, немного подровнял рубанком, чтобы у нас была, ну, максимально идеальная плоскость. Повторяем процедуру также с нижней полкой, а потом добавляем два колеса. Теперь в бой пошла фанера 15 мм. Размечаю фанеру в кусок 2 на 1 метр, прикладываю правило и отрезаю дисковой пилой. Чтобы не биться головой, сначала делаем нижнюю полку. По краям надо также сделать разметку и утопить ножки, а потом все стягиваю на саморезы. Та же фанера, те же размеры, отрезаем дисковой пилой, это будет уже столешница. Чтобы саморезы не мешались в работе, сначала прошелся зенкером
и уже потом прокрутил весь стол. Глаза уже радуются, хоть прям тут бросай все и уже занимайся другими проектами. Но тут есть но. Чтобы этот стол реально был полезен в моей мастерской, он должен освободить один верстак и заменить две катающихся полки. Кстати, под низ столешницы я еще добавил кусок фанеры 8 мм, так как со временем я понимаю, что не один раз просверлю этот стол или прорежу, и не хочу, чтобы мусор, опилки летели через эти отверстия под стол на инструмент. У меня в мастерской есть верстак, на котором пожизненно лежит набор инструментов. Вот его мы в первую очередь и упакуем в стол. Этот ящик инструментов у меня чисто для мастерской. Тут его место, тут он живет. Поэтому смело вытаскиваю штифты и половиню. Замеряю расстояние для будущих коробов. Делать я их буду из бруска 30 на 50. Размеры тут индивидуальные, а снизу закреплю кусок фанеры 8 мм. Ну а теперь понеслась головоломка. Сначала думал схалтурить и поставить телескопические направляющие. Но, увы, они не выдерживают веса ящика. Сразу идут на излом. Второй заход уже пошел на самодельный паз. На циркулярном столе вырезал паз, но от нагрузки он лопнул при первом же открывании. Я это не снимал, я это тестировал, чтобы понять, что идеальней подойдет. И вот третий вариант оказался прям в самый раз, прям с хорошим запасом. Помогла мне здесь профильная труба 15 на 15 мм. Отрезав два прутка, с одной стороны я сделал 4 отверстия в 10 мм, а потом во вторую стенку засверлил в 4 мм. Тем самым я мог спокойно закрепить эту трубу к ящику, и направляющая готова. Рельсы я делал из бруска и фанеры. Фанеру я резал на циркулярном столе, прижимая классным, крутым, космическим толкателем, который мне сделал и подарил настоящий мастер. А зовут его Михаил с канала Hardwood. Те, кто с ним еще, друзья, не знаком, я вот прям смело рекомендую зайти к нему на канал и подписаться. Работа с деревом, нюансы в инструменте, полезные советы и рекомендации – тонны информации для любого мастера, поэтому ссылочка будет под видео. Заходите и передавайте от меня привет. Спасибо тебе, Миш, за годный классный толкатель. Будем работать дальше. Закрепив бруски и фанеру снизу, ящик встал как влитой. Ни прогибов, ни изгибов. Уже хотел делать рядом еще один такой. Но тут подумал, а что если с другой стороны закрутить второй короб? И решил попробовать. И реально сработало. На выходе мы получили ящик инструментов, спрятанный под стол. Сейчас покажу, как выглядит конструкция снизу. Брусок, фанерка и фанерка сбоку, которая не дает сильно прогибаться. Фанера 15 мм, притянута мощными саморезами, и все держится супер отлично. Далее задачка была сделать место для хранения чего-нибудь и легко заменяющиеся в зависимости от вида работ. Прикупил я в магазе черных контейнеров и решил соорудить для них подставку. Нарезал немножко бруска 30 на 50 мм и стал собирать конструктор. Задачка несложная, но была немножко головоломка. Закрепил все на саморезы и в виде полки пожертвовал кусочек фанеры в 15 мм. И теперь хочешь инструмент клади, хочешь расходники, хочешь заготовки. Короче, практика покажет. С другой стороны, я специально рассчитал расстояние, чтобы спокойно там жил рейсмус. Им я пользуюсь нечасто, и нет смысла держать его под рукой, только занимает место. Переходим к покраске. Покрывать буду с баллончика, и надо тут баллончика 3. Встряхивать, честно, уже не было сил. Ну и вообще, стол я делал не один день, и когда уже был финиш к покраске, на часах час ночи, и уже все, уже не мог трясти, поэтому выручил меня токарный станок. Краска готова, распыляем. Покрывал в мягкий голубой цвет. Такой цвет не рябит в глаза и не мешает в работе. Мне как бы понравился. Я специально оставил место под верстаком для ваших фантазий, так как
А в начале ролика я говорил про конкурс, и условия, как всегда, будут просты. Вы должны подписаться на мой канал, обязательно жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, также поставить лайк этому видео и также написать в комментариях, что еще можно добавить в этот стол. Какую-нибудь приспособу или механизм или устройство. Как еще можно доработать этот верстак для работы в мастерской. Результаты конкурса будут уже через неделю. За первое место набор бит DeWalt, а за второе рулеточка. Доставка за мой счет. Кстати, под стол ушла еще отрезная пила и торцовка, тем самым освободив место в мастерской. Рабочий верстак отлично встал на свое место и готов к новым проектам. Поэтому спасибо за просмотр, хорошего вам настроения, всем пока-пока. Скоро замутим сварочный стол. Я тут померил, у нас осталось еще 60 сантиметров свободного места. Но это другая история, так что увидимся.